Дарин Вёрче, известный психолог, эзотерик и автор более 50 книг на мистическую тематику. Также является основателем школы ангельской терапии. Сама автор говорила: поэтому колоды с ее именем концентрируются на позитивных сторонах жизни, что делает их идеальными для ежедневного гадания на отношения, на карьеру и так далее. Одна из самых популярных колод Дарин – Таро ангелов, созданная в сотрудничестве с Редли Валентайн, включает 78 карт в успокаивающих синих тонах. Карты крупные, на старших арканах есть послания архангелов, а на младших – подписи с мудрыми советами. Оракул «Ангельская терапия» предназначен для того, чтобы настроить связь со своим ангелом-хранителем. Таро помогает исцелить жизненные проблемы посредством мудрых советов, а арканы помогут научиться слышать послания от божественных сущностей. В коллекции писательницы и психолога есть колода, посвященная непосредственно архангелу Михаилу. Как и в Таро ангелов, магические послания архангела Михаила помогут мудрым советам в любой жизненной ситуации. Таро «Вознесенные владыки» создано на основе книги «Архангелы и вознесенные мастера» Дарин Вёрче. На картах изображено 44 божества разных культур, мужского и женского пола. Внеземная мудрость поможет в решении жизненных проблем для ускорения духовной эволюции. Магические послания ангелов по традициям колод Вёрче – колода простая. Позволяет общаться с ангелами, которые своими посланиями будут помогать во всех начинаниях и в любых сферах жизни. Магические послания фей на основе учения Дарин не просто поднимают настроение изображениями магических существ, но и позволяют настроить жизнь на позитив. Карты солнечные и очень воодушевляющие. 45 карт Таро «Магические послания архангелов» познакомят вас с 15 архангелами, которые поделятся простыми, но жизненно важными советами. Колода солнечная и позитивная, отлично подходит новичкам. Таро «Магические послания богинь» позволят настроить связь с богинями кельтской, египетской, греческой, тибетской, буддийской культуры, которые веками помогали человечеству эволюционировать в духовном плане. Карты украшены художественными изображениями и подробными описаниями аркан. Магическая сила вашего ангела-хранителя – это важная колода в коллекции таролога, которая позволит связаться с ангелом-хранителем и призвать его силу. Оформление качественное, но идет без подробных объяснений.